Здравствуйте, мои дорогие любимые. Zara Home вы просили поснимать. Ну, я немножечко покажу. Да? Давно, правда, просили. Скоро уже, наверное, даже новогодняя коллекция здесь будет. Но вот Оля, да, она говорит, что, в принципе, да, вы здесь смотрели, цены такие же, как и в России. Ничем сильно не отличается. Вот 529 лир. Это, я думаю, это на кровать, правда же? Покрывало на кровать. Ну, не дешевая. Нет, не дешевая совсем. Если это одно, это просто, наверное, 1,50 на 2,20, 260 лир. Жена говорит, что такая же цена, да? Примерно. Коврик такой, 3000 лир. Да. Полотенечко, конечно, все красиво. Выложено. Ну вот, маленькое полотенечко, например. 40 лир. Вообще малюська. Ну да, это чуть-чуть дорого. А значит, по тому, что раньше было, это ты не поняла, да, Юля? Только по полотенечку. Это тоже, да? Но это что-то маленькое. 150, 70 на 1,10 м, по-моему. Но оно как вязаное. Ой, уже пошли новогодние, да, вот эти? А? Красота, да? Ой, оно прям такое, как настоящая снежинка. Но если на белом фоне, то это, конечно, выигрышнее. Смотрится 23 лиры, такая снежиночка. А вот вообще пушистые. Кстати, надо возле меня смотреть, там, где оптовики, 40 лир. Потому что я, когда прихожу, они говорят, мы уже все продали. 23 лиры. Прикольно. А, это, знаете, на... Он тяжелый вообще. Ну как, по сравнению с этими снежиночками, он тяжелый, 40 лир. Звездочки. А это что? А это, наверное, ручки, нет? Ванну. Ручки, наверное. Алламадым? Куту на боле? Да, вот то, что я вначале подумала. Это чтобы шкафчик открывать. Видите, какие красивые. Представляете, такие? Оп. 56 лир. Ой, и такие есть. Нет, такие не хочу, такие нехорошие. А я видели, да, в коридоре вообще у меня нету ручек. Потому что я подумала, мода быстро меняется. Какие не поставь, все равно через некоторое время это уйдет с моды. Так у меня вообще нет. У меня на магнитах все. Тык, нажимаешь на шкафчик, и он открывается. А то, а вы думали. Плюс больше места. Все-таки коридор, чтобы не мешало там ничего. Смотрите, какая прелесть. О-о-о. Такой цвет красивый. Оно такое мягенькое. 76 лир. 70 на 100. Ой, такая прелесть. Мамочка. Ой, это. Ага, это значит мех обычный, просто подкладочка снизу. Но тоже такая. Ой, 150, какая красота. Ну понятно, вот это тепло он не будет держать, я думаю. Вот это да, вот это будет. Ой, мамочка, какая вся красота. Это что такое? Это что за уши? Юля, надо все. Ну зачем эти уши? А зачем эти уши? Это заяц. Представляете? Это заяц. А ну, помогите. Ага, смотрите, это снизу такой типа мех. Ну, кстати, мне кажется, это греет хорошо. А с этой стороны этот заяц. Давайте покажем зайца. Сейчас Оля мне поможет. О, смотрите. Это чтобы ребеночку интереснее, да, было. А, красота какая. Так, это что? Это 200 лир такое. Что только не придумать. Такое мягкое прям вообще. Цвета обалденные. Знаете, вот во многих турецких магазинах такие яркие расцветки, нужно просто глаза, глаз можно вырвать. Но тут классные. Так, посуда. Я думаю, вы посуду домой не будете нести. Скатерти, а вот, скатерти спрашивают. 300 лир. 100% катон и размер
170 на 350. Не, не поняла, а что тут? 170 на 350, да, правильно. 300 лир скатерть. 30 лир. Угу. Не, ну посуду. Это местные, да, просят. Потому что им-то что, они здесь могут купить. Это зачем? Зачем такие? Тяжелые при том. 150. Не знаете, зачем это? Это в подарок, знаете? Это, привезли, короче, я знаю, на килограмм где-то. Зачем? Что это такое? Напишите, если кто знает, что это за этот. Это может, если когда жена вот на мужа злится, и сразу так бам, и все, вместо сковородки. Новые приспособления. Сковородка, да, вообще это делать, я что-то не подумала. А может, от этого ушибов не видно. Специально. Боже, про что мы говорим? Я в шоке. Сейчас скажут, какие-то убийцы там ходят, понимаете, ищут мужьям воспитательный процесс, как проводить. Так, ну все. Опять вот эти палочки. А вот что, так пахнет на весь магазин. Ну это за слишком. Это мне что-то за сильно. А они еще три открыли все. 139.95. Ой, да воняет. Вот это очень сильно воняет. Кошмар. А это? Ой, мы сейчас это. Как оно? Они же, представляете, они все это открыли в магазине. Я думаю, что такой сильный запах? А это почему такое большое? А это сколько? О, 200. Ой, ну, кстати, вот это неплохо пахнет. Это с цитрусами. А это что такое? Набор какой-то. Набор... Набор, интересно, чего? Вот это цитрусовое что-то, мне кажется. Или это я уже перенюхалась, а все на свете. А вот еще такие большие. Вот цена. 600 лир. И ни в чем себе не отказывай. Вот там есть даже белье, ночнушечки. Или это платье? По 300 лир платье. Ой, тут-то пупсик, смотрите, какой продается. Да, ты красавчик. Чу-чу-чу, чу-чу-чу. Да, ну все. Как бы, если вам понравился обзорчик, Жилья, ничего нам не показала. Я все вам показала, все, больше ничего нету. Ничего нету. Цены ваши. Смотрите, какие у вас цены. Здесь такие же. И вот ассортимент. Садыжа, пазардинер, кадарги, черли. Это что? А это какие на скидках что-то? Вот это все. Вот это на скидках. Вот это прям... А ну, давайте посмотрим, что это. 450 было, а сейчас стало 350. 22%, 22% скидки. Это будет до 20-го. Илюль и Ким. К октября. Перевожу. Зару зайду на пару минуточек. Всем привет. Да, ну вот платьишко, как всегда. Верхняя одежда вот такого плана. Шубки. Вот эти некрасивые шубки. Да, я с рюкзаком, ребята. Я с рюкзаком, потому что Олечка мне, понимаете, килограмм привезла гречки. Или сколько, я не знаю. Ну, мне в руках неудобно было бы нести. Но я честно попросила, и в The Body Shop поставили этот пакетик, пока мы здесь гуляем. Так, 500 лир, но это короткая. Ну, до бедрышек она. Да, не очень. Ой, интересно, да, какое-то платье, да, такое внизу кружево. Не, я бы такое не одела. Тут, кстати, тоже духи. И, кстати, тут мне даже некоторые понравились, но я не помню, какие. Вот, неплохой. Надо на себя пшикать, а у меня на себя Шанель, понимаете, толку, что я пшикну, я ничего, оно все смешается, это надо попшикал, походил. Так, это что? Это зеленый, походу он в моде, но мне он очень не нравится вообще, эти курточки, но я вам скажу цену, конечно, какая цена. Оно, ой, 370 лир. Я что сказала? Ой, потому что оно вот, знаете, там такое чувство, что вообще ничего нету. Просто ты в жменьку берешь. Я даже трогать это не буду.
я ж вам ціну покажу. Ой, 500 лір, це страхуття. І, кстати, Юля, моя подружка, говорит, ты представляешь, моему малому понравилось такое. Я говорю, да ладно, 370 лет. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Говорит, мама, я как барашек буду. Я говорю, ну, Юль, ну понятно, что ребенок как барашек. Ну, взрослым как барашек. Ну, не знаю, или кто-то будет сильно радоваться. Вот я как барашек буду. По такому принципу вряд ли шили. 360, это вообще тоненькое. Это что так? Это просто тоненькое. Я в катоне за такую цену, 300 с лишним, так там такая прям теплая куртка и тоже длинная. Так, все, это пошли кофты. Я на куртке сейчас смотрю. Так, нет, нет. Я не делаю сейчас обзор, просто вам вот так приблизительно показываю ассортимент. Потому что еще очень много магазинов сегодня. Ну вот шубка, ладно, скажу вам шубку. 300 лир. Ничего не греет. Вот этот мех ничего не греет. А под низом просто подкладочная ткань. То есть для красоты можете взять, да. Вот это, кстати, для красоты можно взять. Вот это классный цвет. Прикольно выглядит. А цена? Нету цены. Есть. 370 лир. Ну, не знаю, как на камере, так оно прикольно. Что у меня сегодня слово прикольно приклеилось. Надо отклеивать его. Раз-раз, Юля. Раз-раз. Переключаемся на слово классно. Такой интересный цвет. Я вам скажу. И отлив идет. Интересный. Переключились на слово интересный. Так. Так, детский отдел. Ой, ну все, понимаете, русалочка. За 120 лир такие платьишко, и ничем себе не отказываю. Пальтишко для ребенка, 350 лир. Оно все, все вот это будет прилипать, все. У меня очень классное пальто, но вот у него есть такой минус, что прилипает. 89. Вот это ребенку такое пальто? Зачем? Зачем ему такие пальто? Он еще в таком находится. 280. Этот фигурист. Нет, это даже не фигурист. Это что-то вообще как клеенка. Так. Так. А вот какие-то курточки. Они коротенькие. И оно снег, дождь, 200 лир и все. И намокло все. Нет, это не пойдет. Это, да, я на подарок смотрю. Это я не, у меня еще детей пока нет таких маленьких. Это вчера в церковь пришла одна подписчица. И, ну, говорит, я помолюсь за вашего сынульку. Я говорю, спасибо, сколько ему лет? Я говорю, она говорит, 5? Я говорю, нет, 20. Она говорит, 5 лет, да? Я говорю, нет, 20. Она вообще, она подумала, что я, ну, цифры перепутала. Ну, многие просто, кто знает, нормально относятся, но кто не знает, да, у них такая реакция. Вот такие для девочек курточки. Ну, какой-то цвет грязный, розовый. Сама по себе курточка даже, знаете, качество мне понравилось. Мягенькое все, ну, цвет. Ну, сейчас такой модный, я понимаю. Кстати, много и курточек всяких таких в Заре. Да, интересные вещички. Вот, мужские курточки. 139,95. Да, и для, ну, подростков здесь неплохой выбор. Это у нас 160 лет. Ну, теплый. Знаете, хорошо, что здесь не мех, а вот просто нормальный утеплитель. Да, так что можете зайти посмотреть. Мне понравился выбор. Я выбрала курточку ребенку. Подарок. Я никогда не знала, что здесь такие очереди в Заре. Вот девочки мне любезно пропустили. У них просто они затоварились, не знаю сколько. Очереди. Вот так долго стоим, это просто капец. Ну, курточка 100, сколько там, 140 лир. Но это недорого, и она теплая, она хорошая.
и для взрослых также. То есть, да, есть дорогие вещи, но есть такие вещи, что хорошее качество и недорогие. Да. Я бы, конечно, за это время, что я стою в очереди, я бы лучше что-то поснимала. Но духи вы уже видели. То есть я вам и раньше их снимала. Не думаю, что так долго. Вообще не привыкла 100 лет в очередях стоять, честно. У нас негде, ну, даже если кассы на 4, на 5 продавцов, очень быстро. Нет, мои любимые, дорогие, я еще в Террасити просили поснимать вот кроссовки, да, какая цена и вот какой ассортимент. 229. И, ну, это на осень, но не на зиму. Сандалики. Еще, может, кому-то надо. 179. А, вот, смотрите, зимние. У меня не такие были, но эти пожестче. Немножечко. Ну, кстати, вот эти, мне кажется, вот, может, даже и удобнее. Надо мерить. Ага, они вот, видите, новое что-то придумали, такого не было. Интересно. Полностью. Ну, насколько теплые, не знаю, но потеплее, чем обычно. Они обычно такое, знаете, ну, кроссовки и все. Сандалечки. Были 109, стали 99. Огромную скидку просто дали. Да, вот смотрите, я говорила, что высокие сняли. Есть высокие. Ай, сапоги резиновые. Да, у нас сейчас могут начаться дожди. В том году очень много было дождей. Такой цвет мне очень не нравится. Ну, кстати, она от 2 до 6 лет. Да, нет, цвет. Даже качество, может, и не очень плохое, но цвет не то. Видите, вот в теннис себе поиграли. Красота какая. Курточки. Ну, вот это качество сейчас. Да, у меня, ну, у меня черное просто, но чуть-чуть у меня поплотнее. Так. Вот такого плана. 179 куртки. Это ветровки пошли. А, нет, это чуть-чуть потеплее, чем ветровка. Да, 259. Да, тут поплотнее. Кстати, может, и хорошее качество. Серенькое. Угу. Утеплённая. Ну, кофта, но утеплённая. Купальники. Да. Угу. Так. Все, летние кроссовки пошли. Еще остались. Остатки, короче. Ой, смотрите, пупсики какие маленькие. По 90 лир. Вот так. Тут еще кроссовки за 80. Так много обуви в этот раз. Или просто я никогда не смотрела, знаете, именно на обувь. 349. Ну, короче, 350. Носки. Вот такие прикольные. Издалека их видно. Только цены нет. А так все хорошо. А вот 200 лир. 150, 130. Вот я за эти говорила, что высокие, классно смотрятся. Ну, конечно, надо мерить. Вот это все какое-то такое. Для охотников. О, прикольная реклама, да? Такого еще не видела. Так. Вот лосинчики. 155. О! Круг. Очки. Вот такие. Да ладно. Так цена поднялась? Они были 20 с чем-то, если я не ошибаюсь. Может, это не эти?
Еще кроссовки. Мамочка. Серьезно говорю, я, наверное, просто раньше не замечала, а может, они просто решили переключиться, ну, потому что больше одежды всегда было. А это прям кроссовки, кроссовки и лосины. Не, ну, как-то подорожало. Я помню, ну, хорошо, свои я покупала за 20 лир, ладно, трикотажные. Ну, потом... Ну, пусть даже 27, да нет, сейчас вообще как-то. Ну и вот новые рюкзаки появились, но, если честно, они какие-то такие цвета им придумали, не очень. Да, можно было взять черный, да, чтобы все подходило, но не черный, как-то какой-то грязно-серый. Ну, пожалуйста, садись, одевай и катайся. Вот так. Если обзор понравился, правда быстрый, я понимаю. С вас лайк, подписка. И расскажите друзьям, здесь есть медиамаркет, огромный магазин, просто большущий. Ватсонс, Марк Антали, по-моему, нет. Ну, там цены, в принципе, как и всюду на косметику. Я не скажу, что там дешевле, дороже. Колумбия. Ну, я подозреваю, что там очень дорого. Нет. А, вот эти сладости. Ну, они во всех торговых центрах есть. Уже одну курточку вам покажу, да, сколько может стоить эта кофточка. 700 лир, да? Ну, то есть, понятно, да, для тех, кто никогда не был в этом магазине. Да, говорят, что очень качественные вещи, 1000 лир. Ну, золото, что ли, 700 лир. Ну, ребята, ну, какая бы ткань не похож был дух. Ну, оно типа вот даже тоненькое, но оно очень хорошо тепло держит. Может и правда, может. 1300 лир. Вот. То есть приблизительно компания. Ясно, да? Учем.